Сегодня я решил собрать всех ребят в одном месте и не сказал о том, что включу запись. Что из этого выйдет, вы можете наблюдать прямо сейчас. Получилось очень смешно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. И также можете оставить тайм-коды на самые смешные моменты. Будет весело, я вам обещаю. Короче, чуваки, объясняю сейчас, что происходит. Это наша новая деревня, если что, для ролика. Ярик, я тебя умоляю, моя ты уточка. Не разрушай ее раньше времени, я знаю, ты любишь играть с динамитом. Главное, да куда ты, подожди, да куда ты свое яблоко сразу превратился. Да, короче, дайте объяснить. Нам нужно будет превращаться в специфичных модов. О, пшеница, модов. Подожди. Ой, я сломал. О, смотри! Что, тебе делать нечего? Скажи мне. Ну, какая пшеница? Давайте позже. Дайте мне объяснить вам. Ну, вы вообще слушать умеете? Смотри! Да чё? Как это работает? В плане. Посмотри, видишь, она не вспахана. Лёнь. Ладно, давай объясняй свою идею ролика. Давай. Короче, смотри. Ярик, подходи сюда. Я тут. Так, сейчас я микрофон настрою, все нормально. Да чё ты в яблоко? Чё он яблоко? Вот я, допустим, мотыга. А я глаз, алмаз. Объясняю, значит, нам нужно сейчас найти самых интересных мобов, вообще какие вот. У нас есть несколько здесь модов дополнительных, ну вы сами видели. Надо будет только поискать. Я, правда, не могу понять, как оно работает, потому что... Слушай, ты это самое, ты с таким серьезным голосом все объясняешь, но не забывай, что ты мотыга, в общем-то. Я сраная мотыга со сраным яблоком рядом. Реально, только я один нормальный. У нас есть моды, ну, самые стандартные. Вот какой-то фонарь есть, лягушка. Ты новогодняя ночь. Я в курсе, да. Я же предупреждал, не разрушайте деревню, придется новую искать. Ярик, зачем ты жирнее чем-то стал, а? Hello, my name is Gabe Neal. Я еще вот тебя путаю с Раймом теперь. Так, Science короче. To play, Dota 2. Детка, ты куда поплыла, а? Я уже плыву. Он сам плывет, я тут ни при чем. Надо, во-первых, будет починить вот эту пшеницу, огороды, которые пересрать. Да нахрен, короче, давай идею ролика уже быстрее. Смотрите, значит, ищите просто любых мобов, которые могут вас, ну, немножко там, не знаю, шокировать, там, удивить. Ну вот, например. Нам нужно либо батл устроить между ними, чтобы они сражались, либо, не знаю, эксперименты. Вы когда-нибудь приручали боссов, чтобы они ходили, бегали с вами, там, я не знаю. Короче, ладно, я нашел первого моба, это вот помидорка какая-то. Ой, зачем я не начал? Так, подождите, включите мирную быстрее. А он не пропадает. Обудало ваше небо. Он не пропадает, серьезно? Нет, он... Ой, а, он спит все время. Все, я ненамеренно поставил, он спит теперь. Прикол. Короче, чувствую, нам новую деревню надо искать, потому что это какой-то капец. Во-первых, мне нужно стать нормальным человеком. Так тебе это не поможет. А бугала вообще небо. Хватит про лоши разговаривать. Ну вот, теперь я захотел шаурмы. Чуваки, давайте потом как-нибудь соберемся и шаурмы реально поедим. Сейчас приеду к тебе. Помнил ли я, ты же с России. Нет бы к нам в Харьков переехать. Зачем это? Мне тут как бы нормально. Ярик, у меня план такой. Вот я переезжаю в Харьков. Снимаю себе квартиру, забираю тебя к себе, и мы с тобой жрём шаурмы, сколько и влезет. Бабка взлетела. Я просто счастлив, ребят, я счастлив, я хочу. Да чё ты делаешь? Смотри, что он делает, он дом ломает, ты дурак, блин. Абука, дыра, абука. Ты будешь там новую деревню искать или строить новую, я не знаю. Ну, значит, тебе делать реально нечего. Мы еле-еле эту деревню нашли, подожди, не надо. Да я ее построил сам. Не, подготавливать ролики, поэтому, Лёнь, нам надо вдвоем. Ну, не надо ломать. Ну, чего-то, ну, все же мы люди, ну. Ярик, что в реальной жизни, что в роликах всегда один. Тогда это в этом-то и прикол Ярика. Блин, ну чего? Ладно тебе, это же круто, наоборот. Я Майкл Джексон, ты меня видишь? Смотри. Че ты какой-то Майкл Джексон курильщик, я бы сказал. Реально упоротый. Короче, что, мы идем этих инопришленцев искать? Ну пойдемте. А нет, я же говорил еще тачганс установить. Вот там куча мобов. У меня пустые, это Леня не установил. Бан Леня. Подожди, я же устанавливал. Стаками Леня, на сердце Леня, в стакане Леня. Не, в стакан меня не надо, не помещусь туда. 100 лет и готовимся к ролику одному. Это как? Да деревню надо новую искать. Чуваки, мне скоро уходить надо. Короче, все, иди сюда, иди сюда. Вы хоть знаете, как меня на районе называют? Как? Казачок. Да под тебе, по твоей улыбке голливудской видно. Короче, смотрите, это деревня все же. И кабзда. Ну, получается, что так. Ярик, покажи свой феерический конец деревни. Взорви ее как надо. Я подумал, ты в танка превратился. Нет, он превратился в этого вайпера какого-то. Лень, устанавливай быстро. Давай, перезаходи, устанавливай тачганс. Я тебе сейчас покажу феерическое шоу. Вот там мобы крутые. Ярик, ты не цыпленок, ты утка. Ты это сейчас мне скажешь.
Сейчас я пофиксирую. Ты что, Кадиллак включил? Давайте добавим модные эмотиконы там, где танцуют персы. Сейчас включим трек. Делать деньги. Просто так. Осуждаю. Ну нет, слушай, в принципе, под эту песню грамотно себе взял этот самый скин. Ярик, тут человек не православный. Где наш это православный гимн? Членов мэра Украины. Как говорится, Россия. Чувак, ты хочешь войну, я тебе устрою. Так, заборы. Сейчас, подожди. И заборы. У меня запор, кстати, я шаурмы много ем просто. Ярик, спасибо за инфу. Да, приятного аппетита, ты дурак, а я в кресле забыл. Давай покажем, что такое против Украины идти. О! Замечательно просто. Давайте, чуваки, давайте футбольщик, мальчики походят на качков. Ярик, Лёня, делай здесь пока что себе этот флаг. Ну чё это самое? Чё это? Команда Украины готова! Вот так вот, опа, всё замечательно, как говорится. Война миров, поехали! Где вместо футбола, точнее, вместо мячика у нас будут яйца. Лови! Чё, я подарки засылаю. Подарки в инвентарь посылаю. Да, чё это? Иди в жопу! Господи, а он еще... А, это ты, вот этот? Я думал, что ты цыпленок. Ребята, не забываем, нам ролик надо снимать, вы чё? Смотри на меня. Ну? На, жри. Ты чё? Это моё. Вы знаете, что свиньи каннибалы? Ребят, подождите, вот сейчас внимательно меня послушайте и подойдите сюда, в круг такой. Вы понимаете, что вот так вот тут подготовка к ролику проходит каждый раз? Я немного ваш флаг тут сломал, в общем, не важно. Короче... Ты пожалеешь об этом. Ярик, что ты делаешь? Ярик, тебя же из розыск сейчас Путин выйдет за тобой. Лови его. Я не политический преступник, я хиппи. Хиппи. Все, Джек, ты пойман. Короче, смотри, чтобы, так сказать, себе искупить свои вины, ты должен спеть песню Путин. Путин. Не, чувак, Райм, ему до тебя далеко, он даже в подметке тебе не годится. Ну чего вы, Давай, градус. Я просто вспоминаю, как пел Райм, и как мне просто хорошо от этого было. Илья, давай, вот прямо здесь, смотри, сейчас я тебе локацию подготовлю, оп. Окей, ты готов, чувак, ты готов? Давай. Минуточку внимания. Путин! Хватит! Чё ты орёшь так, дурак? Ну ты же человек-то, смотри, какой красивый, сейчас тебя отмоем, очистим, и все будет хорошо, классно. Минус уши, ты можешь микрофон нормально сделать, пожалуйста. Со мной сейчас две подружки. Я для вас специально постарался, микро на максимум выкрутил. Спасибо, теперь у меня много крови в ушах. Огромная, так сказать, благодарность. Мы можем просто взять и снять этот гребаный ролик всегда. Россия! Я в лаве! Россия! Чувак, у меня истерика, иди в жопу. Мне кажется, надо как-то вот один раз взять и заснять вот это вот все, что у нас происходит перед тем, как мы начинаем снимать чувак, ролик. Это секретная информация, посмотри мне в глаза. Да, не страшно. Я агент ФСБ, у меня есть ручка, которая стирает память, клац. А у тебя есть ручка, которая стирает трусы? Кто стирает трусы? Да. Ну, разве что только дважды. Ну, ладно, я в лаву. Новый тренд, 2021, новый тренд, синие трусы. Замечательно. Давайте пойдемте поиграем во что-нибудь, в Субнатику, например. Да какую Субнатику? Катать. Ты меня позвал в час ночи, 0:27, по московскому времени. Мои соседи меня ненавидят. Я знаю. Лучше давай пойдем в Brawl Stars катать. Слушай, ты это самое, вот иди в Brawl Stars. У меня там 10-я арена. Сейчас я для вас специально подготовлю. Ребята, слышите, как у моей мамочки там телефон звучит? Нет. Я сейчас выкручу микрофон на полную для вас специально. Да чё ты... блин, Ярик, запусти свой БФГК в жопу, он реально шумит, как срань какая-то. Да хватит! А в комментариях еще все пишут, что я там деревни взрываю, вот это все, а вы это самое. Как говорят у нас в церкви, пососи. А что у вас еще в церкви делают? Ты точно хочешь это услышать? Да, вообще-то нет. Поехали, уже поздно. Это бабки поют, да? Как мы призываем бога Майнкрафта?
По-моему, это точно не церковь, это секта какая-то у тебя. Короче, чуваки, чекайте вебку. Как мы призываем бога Майнкрафта в реальной жизни? Че, вебку сейчас включишь? Давай, давай, давай. Авиндуэ, авиндуэ, авиндуэ. Ты че, дурак, что ли? Мама меня, наверное, ненавидит. Я голый сижу, я тоже врубил вебку, кстати. Спасибо за информацию. Я какаю. Рань, ты знаешь, что я люблю тебя? Ярик, может, ты станешь чем-то, кроме куска говна? Я ему не дам, а ты, блин, коровой куриной давно бегаешь. Тупо, тупо мутно всю жизнь. Вы что, охренели, что ли? Танцуй, танцуй, пока молодая. Я сейчас буду... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, подождите, а где остальные существа из другого мода? Ты что, охренел, кто это сделал? Это я. Вы там пока что определитесь, нам реально это ролик-то снимать надо. Ну, как бы уже полчаса, блин, бегаем, в общем-то, нормально. Можно и без ролика. Не, но у меня-то ролик на канале-то уже, как бы, я записал. Практически. Опера театра, театра оперы и балета представляет «Голубиный вальс». Ты чё? Капец, ты ромахухни, что ты делаешь? Это что такое? Это вертолет, о котором Пиксель хотел со мной полететь в этот, в Чернобыль. По твоему внешнему виду ты уже в Чернобыле побывал. Капец, это какой-то это самый, напришленцы будто напали на нашу планету. Я разбомбил его. Чуваки, давайте билд-баттл. Давайте ролик запишем, не хотите, нет? Лёнь, понимаешь, мне нужно вдохновение. Вдохновление, вот вдохновление. Держи. Ты чё, дурак, что ли? Держи. Ну чё, какое тебе вдохновение надо? Я из-за того, что тужился, у меня же голова заболела, прикинь. Уже мне нравится этот звук. Серёж, что ли? Это, кстати, постройка одна на миллион. Это логово разбойников. Кстати, можем здесь еще начать ролик. Ну, кстати, можешь. Всем крэбис, у меня Тёнок Джек, и сегодня я продолжаю да, выживание в мире. Да, это ролик этого самого. Зомби-апокалипсиса. А, чуваки, смотрите, это как контейнер со шмотками. Это слишком крутая постройка, знаешь, для твоего ролика, поэтому, сорян, ты не обидишь. Демонтаж, пошли. Ты что, дурак, что ли? Чё, ай, да насрать, в принципе, я лучшую деревню реально найду. Ладно, хорошо. Еще полчаса полетаем, почему бы и нет. Все хорошо, я пишу Lockheed Village. Окей, я сейчас телепортируюсь. Все, а что, можно было, что ли? Реально, уже, блин, час ночи, охренеть. Телепортируйтесь ко мне. Все, мы нашли деревню. Зачем ты это сломал? Все, давайте, нормально, а, нормально. Я сейчас пишу, что Ярик снова сломал два дома, вот, вот тебе и все сложности. Скажем, что это что-то вот мы пришли. Зевс ругается, или бог Майнкрафта. Да, ругается. Да, все, давайте, ладно, давайте. Ладно, если что, я вам уже там прям в самом ролике уже объясню, как это все работает. Хорошо. Я готов, я уже. Ярик, иди сюда, давай будем приветствие записывать. Я стал собой, как в самом начале. Хорошо, яблоки в курином бульоне, одобряю. И, девчонки, ребята, всем привет, с вами, как всегда, я, Градус, со мной сегодня Райм Кекович и Утенок Джек. Всем привет, ребят. Всем удачи, всем пока, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Если вам понравился этот ролик, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что он получился безумно смешным, как мне кажется. И ребята до сих пор ничего не понимают. Ты... Да, все нормально. Нам надо, ну ладно, давай по новой записи рублю. Ну ладно, давай.